Еще один памятный митинг в преддверии Дня Победы состоялся у мемориала «Трем Иванам» в гарнизоне. Присутствующие почтили память летчиков 16-го истребительного полка, который базировался в Люберцах. Благодаря ему на Москву не упала ни одна бомба. Подробности у Александры Томей. Иван Заболотный, Иван Шумилов, Иван Голубин. Три Ивана – пилоты 16-го истребительного авиаполка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Люберецком районе. Пилоты сбили 117 вражеских самолетов. И сегодня на улицу 3-е почтовое отделение, где находится мемориал в честь легендарного полка, люберчане пришли возложить цветы и почтить память героев. Сегодня мы имеем возможность почтить память летчиков, которые погибли в годы войны, наших ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня. Я искренне желаю всем, кто собрался здесь, всем, кто проживает у нас в городском округе Люберцы, всем добра, здоровья и мирного неба. Сегодня сразу бросается в глаза, что очень много молодежи. И это здорово. Через некоторое время на их плечи ляжет забота о нашей стране. Они идут на смену ветеранам. Ветеранам, которые завоевали для них чистое небо. Это самый главный праздник для всех граждан России, потому что это великая победа, на которой мы можем воспитывать поколения. Мы должны рассказывать правду об этой войне. Наши дети должны знать, что в жизни бывают испытания. И если мы эти испытания будем проходить с честью, как прошло все военное поколение, то мы будем счастливы всегда. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.